надо было, ну, половину же поубирали уже. Я считаю, что да. И если бы прокладывали больше трамвайных путей в разные районы города, это было бы здорово и очень удобно. Ну, мне кажется, не надо. Вроде бы все нормально с ними. Ну, как бы я езжу, но нормально. Не надо, мне кажется, добавлять. Да, нужно. Ну, как бы на маршрутках неудобно ездить, на трамваях более, как бы, людям более трамваи подходят, ну и дешевле. Даже можно, потому что людей много, а транспорта мало, как бы так. Да, надо. Вот трамвай – это как раз общественный вид транспорта, который, на котором мы пользуемся.